Всем привет! Сейчас вы видите вылупление стрекозы дозорщик император из личинки. Итак, наблюдаем. Процесс, конечно, не быстрый, но вот так она выбирается. Вот уже крылышки показываются, спина, голова, глаза вылазят. Весь процесс будет минут, наверное, 15-20. Это самец. Потом сниму видео, как буду эту стрекозу выпускать. Но это будет завтра. Сейчас она повиснет вниз головой. Я это покажу и съемку закончу. А продолжение будет потом. О, как уже спина торчит, лезет спина. И мягкие крылышки, которые совсем еще маленькие, коротенькие. Вон голова стрекозы вылазит, вон видно все хорошо. Будет огромная хищная стрекоза размахом крыльев до 10 сантиметров. Очень красивая. Туловище зеленый, хвост созревшей стрекозы будет синий. Глаза синие. Они уже голубые видно. О, как она вылезает. Все, сейчас она будет висеть вниз головой. О, видите, как выбирает из личинки. О, какие глазки у нее. Во, лапки достает теперь, во как. Во. Вот с этого ракурса покажем, с этой стороны. Как все, весь процесс, как идет.